Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гога2110, и сегодня мы будем играть в Roblox. Итак, режим у нас это банана. Ну, типа, знаете, вот начался вирус, и в этом вирусе оказался банан. И этот банан увеличился до такого вот размера, и он поедает всех людей, а мы должны выживать. Ну что ж, ребят, приступим. Итак, карта, на которой мы будем играть, это супермаркет. Ну что ж, будем играть в супермаркете. Самое главное, чтобы нас не скушал банан, и мы должны выбраться. Ну что ж, поехали. Еще раунд начнется. Отлично. Банана яиц. Вот так вот игра называется. Итак, how to play. Ну, я все, короче, все знаю. Надо найти пазл. И... так сказать, сделать его, чтобы открыть дверь и выбраться наружу. Думаю, как-то так. Так, ребят, нам надо держаться с профессионалами или где-то спрятаться. Но мы не трусы, мы в этом шкафчике не будем, конечно же, прятаться. Так что мы должны смотреть, где тут бананы. Ну, он может быть везде. Так что нам надо 5 минут в этом аду продержаться и выиграть. Самое главное. Пацан, давай... Скорее там делай какую-то распечатку. Так, а где он вообще? Куда он вообще делся? Ладно, пойду туда. Блин, очень стрёмно. Прикиньте, за мной какой-то банан ещё побежит и замочит меня. Не хотелось бы. Реально стрёмная игра, потому что я не хочу увидеть здесь этого бананку. А банана что ли там? Это типа что, банана? Там этот банан. Так, а ну-ка. Я этого банана вообще не вижу. Пацан, ты от кого убегаешь? От банана или ты хочешь какую-то сделку сделать? Ладно. Так, я побегу за ним. Потому что он наверняка знает, где находится пазл. О, надо приседать. Приседаешь, пока не порыгаешь. Вау, а тут прикольно. Такое чувство, что мы уменьшены. Так, я бегу за ним, я бегу за ним. Так, что нам тут надо делать? Вот где тут пазл? Где пазл? Вот он! А, это банан! Это банан! Он меня сожрал. Ой-ой-ой, адреналин, адреналин, адреналин. За мной банан бежит. Надо сюда, 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 скорее, скорее. В шкафчик прятаться. Фух. Фух. Боже, меня чуть банан не сожрал. А ну-ка. Тут этого злого банана нет? Нет, фух. Так, посмотрим, что тут. Вот он, я вижу этот банан. Он там ходит где-то. Ребят, нам надо куда-то в другое место убегать, потому что там этот банан 100% может быть. И он 100% может сюда побежать. Давайте вот в это помещение маленькое спустимся и посмотрим. Блин, мне нужна дверь, но... Так... Ёлы-палы, тут только две комнаты и все. Одна комната целый супермаркет, а вторая комната это вот этот склад вонючий. Ладно, что делать? Что делать? Что делать? Мы составили только один пазл. И больше ничего. Ладно. Я побегаю пока что. Так, вроде здесь банана нет. Здесь вроде его нет. Где он может быть? Понятия не имею. Куда он убежал? Блин, ну... Помогите! Нет, я не хочу умирать. Беги, Вася, беги. Меня убивает этот банан. Ёлы-палы, все, я умер. Я умер, я умер. Нет. Итак, ребята. Меня сожрали, и давайте сейчас будет новый раунд. Интермайсум. Она так называется. Ну что ж, давайте продолжаем.
где тут интермайсинг будет идти? Типа, какую вообще карту нам надо выбрать? Пацаны, вы не знаете, я тут просто первый раз играю. И это был мой первый раунд. Ладно. А, интермайсон скоро начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Все. И какая у нас? И давайте. Какая интермайсон будет? Банана Бакрумс. Ну, вы все лошарики. Мои карты не хотят выбирать. Ладно, так уж и быть. Я вам буду мстить. Знаете это? И... Давайте, когда раунд начнется? Гетриди, вот наконец-то. Наконец-то начинается банана яйца. Начинается раунд. Ладно. Так. Что? Банана Бэкрумс? Это же такая же карта была. Кстати, а где бананик? Банана. Прям как миньоны. Вот это миньон такой. Они обожают бананы, прям как обезьяны. О, банана из Хио. О, бананчик. Хочу бананчик поднять. Сколько тут бананов этих? Так, здесь надо сложить пазл. А как его тут сложить? Чё? Мы выжили? Мы смогли выжить. Лол. Ага. Банана просто вышел из игры. Вот лошарик. Ладно, ребята, давайте. Банана просто лошарик. Я только начал составлять пазл, и банана вообще куда-то делся. Угу. Так. Банана X2, банана шанс. Типа, шанс стать бананой. Но я бы хотел стать бананой, но все равно я должен быть раннером. Типа, выжившим. Но выжившим я редко бываю. Вот если сидеть 3 часа в шкафу, то, возможно, ты выживший. А если бегать по всей локации, ты сдохнешь. И на это у тебя 95%. Итак, мы выбрали карту, и сейчас будет Гитриди. Так. И кто бананик? Банана яйц. И... Я чё, банана? Офигеть! Это ёлы-палы! Это я банана! Ёлы-палы, пацаны, это очень круто. Поздравьте меня, я банана. Я банан. Так, ну чё, начнем нашу охоту. Смертельную. Так, ну чё, где тут? Где тут разные люди? Эй, людишки, не прячьтесь. Я вас вычту. Вычту навсегда. Вот он, типа, так вот должен жрать. Эй, банан. Эти, друзья наши. Выходите. Я вам покажу фокус-покус. Где они вообще? Наверное, тут. Нет. Может, там кто-то пазл разгадывает? Блин, где я вообще? Так, давайте туда сходим. Кто-нибудь мне в руки попадет вообще? Хочу нормально сыграть раунд за банану, но тут вообще... О! Съедобинка. Чё? А, у него адреналинчик. Ну ладно, я тебя вычту и поймаю. Так, погнали сюда. Я должен кого-то поймать и съесть. Тут только одни профессионалы играют. Так, кто-то уже пазл составлял. Блин, я просто бегаю тупо по коридорам, как будто тут вообще почти никого нет. Там кто-то был? Оу! Эй, ах ты, а ты убегаешь от меня, а? Значит, ты от меня убегаешь, а я тебя ем.
Уху-ху-ху, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, сейчас я тебя скушаю. Кушать мне надо кушать. Да когда я его уже сожру? Болос на Нелкинс. Да куда он вообще, блин, ты намылился? Опа. Опа, иди-ка сюда. Сейчас я тебя скушаю, моя еда любимая. Да. Все, да, я его сожрал. Так, где ты, где ты? Ах, ты убегаешь, убегает, убегает, убегает. Нет, у меня не убежит. Я тебя поймаю. Блин, все, все эскейпнулись. Я только одного смог сожрать. Ладно, ладно. Они все ушли от меня. Я всего лишь был хорошим. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. В эту игру я играю первый раз, и я надеюсь, я в нее научусь играть. Всем adios, amigos.